Ребята, всем привет, с вами снова Даня Хизметов, и это Дневники Кайрата. Мы снова возвращаемся в эфир, мы снова вместе с вами. Очень много есть о чем рассказать, давайте обо всем по порядку. Готовы? Поехали. Ты кого выбрал? Я за Исилова проголосовал, он оформил дубль. Ну что, какое-то жесткое столкновение произошло на поле. Вот такая рваная рана. Рваная рана? Вот, очень грубая игра сегодня. Хладнокровно, профессионально, на высшем уровне. На кепке я заслужил. Тот в следующий раз снимает блог. 18-й тур казахстанской премьер-лиги. Матч Кайрат, Кайсар. Сегодня встреча будет очень принципиальным, поскольку Кайсар в этом году очень даже неплох. Мы идем совсем рядом в турнирной таблице. И сегодня так называемая игра за 6 очков. Ну а прямо сейчас пойдемте поговорим с футболистами. Пора, думаю, уже. А сейчас, друзья, вам расскажем о самой мощнейшие новинки, которая произошла у нас в клубе. Это мобильное приложение «Футбольный клуб Кайрат». О нем нам расскажет один из ответственных людей за это приложение. Человек, который являлся частью команды, который вместе разрабатывал, вместе думал, там, штурмовал. Аян. Аянский, да. Давай рассказывай, в чем плюсы приложения, в чем его круть. В общем, мобильное приложение, официальное мобильное приложение «Футбольного клуба Кайрат» доступно на iOS и Android. Что, какие у нас есть плюшки здесь? Пуш-уведомления, то есть все, кто скачал приложение, могут получать уже пуши, которые извещают о старте матча. Здесь вы можете сделать, давайте буду показывать, здесь вы можете сделать свой прогноз. Я поставил прогноз 3-0. Здесь можно прогноз свой делать? Да, делаешь прогноз матча. Это где? Это в ленте. Прям в самой ленте, да? Да, чуть ниже спусти, вот. А, вот, давай, да. Вместе, вот. Вместе сделаем прогноз на сегодняшний матч. Вот, короче, давайте делаем прогноз. Прогноз от Ильи Хизметова. Я считаю, что в любом случае победа за Кайратом. Счет, скорее всего, с учетом состава 2. Ну, и я думаю, поскольку Кайсар в этом сезоне тоже неплохо идет, то, в принципе, один они могут забить. 2-1. Вот, все. 2-1 прогноз. Счет можно сделать. Дальше есть уведомления. Также можно выбрать лучшего игрока матча. Вот сейчас у нас в данный момент доступно выбрать лучшего игрока «Широкий брейк Кайрат». То есть вы можете выбрать. Ты кого выбрал? Я за Исилова проголосовал. Он оформил дубль. Этот просто человек дубль Исилова. Я мечтаю, я держу кулачки зачем-то, чтобы Исилова сделал хет-трик. Вот это просто мечта. И я думаю, это все получится. Да. Новости, все последние новости, они обновляются. То есть все можно посмотреть здесь. Это только рассказал все про главную страницу. Вот она, да, дальше интереснее. Есть магазин, онлайн-магазин, где вы можете купить футболку своего любимого игрока. Давай, получше показывать, смотри примерно. Мой любимый игрок в Кайрате, один из любимых игроков, Исламбек Куат. А что так скромно сказал? Исламбек Куат. Исламбек Куат, сказал бы. Заходим сюда. И можно проходить далее и купить форму. Очень удобно, но из плюшек, что интересно, можно вписать свою фамилию. Вот давайте, например, напишем Хизметов 7. Давай поближе. Да, она в режиме онлайн, получается, показывается, и можно заказать. И сразу показывается цена, сколько стоит футболка. Да. Есть еще детские варианты, кстати. И сразу размер можно выбрать дальше. Давай дальше нажмем, сразу покажем. Нажимаете далее, размер. Выбираете размерную сетку, выбираете, сами вы заберете с магазина, либо вам доставят наш курьер. Ну и тут вся информация. То есть дальше вбиваете данные, оплачиваете с картой и радуйтесь. Короче, по магазину круто. Да. Дальше матчи. А, это просто календарик, да? Это не просто календарь. Здесь, получается, прошедшие матчи все, то есть этого сезона. А, и подробная информация, статистика. Да, заходим, вот Кайрат, там, Актобе. Здесь мы видим всю статистику, которая подкрепляется у нас с Инстата. То есть вся правильная статистика, то есть сколько владений мячом было. Удары, точные удары, ну все, как в FIFA. В хронологии здесь у нас получается хронология матча, то есть это как бы замены, желтые карточки, да, и сколько просто добавили, да. Да. И общие данные здесь можно посмотреть, кто судил матч, сколько было зрителей, какая была погода. Да, все информативно, да. Все. Не знаю зачем, но погода, ну, тоже важно. Да. Может, кому интересно. Плюс 26 было джитсу. Да. Также
Получается, мы показываем ближайшие матчи. Кстати, друзья, быстрее покупайте билеты на матч Лиги Европы, который состоится уже вот-вот, через несколько дней, 18 июля, здесь у нас на центральном стадионе. Начало матча у нас в 20.30, но все активности у нас уже начинаются с 7 часов, поэтому пораньше приходите. Будет очень много народу, нужно быстрее заходить, быстрее заполнять. И, кстати, я знаю, что будет у нас специальный отдельный вход для всех людей, кто купил билеты через мобильное приложение. Через мобильное приложение. Там прям большая будет арочка, мобильное приложение. Вы идете к нему и быстренько, без очереди, все проходите. Очень удобно. Сканируете с телефона и без распечатки. Все очень удобно. Здесь еще можно выбирать трибуну. Выбираете сектор. Трибуну, сектор. И также онлайн покупаете. То есть все просто. И они у вас появляются. Давайте сразу покажу. Заходите в профиль. Мои билеты. И они будут появляться здесь. Таблица. Как мы выступали в Кубке. Как мы выступаем в Лиге Европы. Да. Все. И... Самое главное, приложение бесплатное, ребята. Вы скачивайте, регистрируйтесь бесплатно, у вас там будет свой профиль. В будущем мы обязательно подумаем о том, как среди активных пользователей приложения разыгрывать какие-то специальные призы. То есть мы здесь, именно в этом приложении, будем проводить конкурсы, которые не будут появляться в других соцсетях. И здесь, да, кто сколько билетов купил, мы будем видеть, если вы онлайн покупаете. Может быть, человек придет на все домашние билеты, и на следующий год мы ему на абонемент подарим. А так, по секрету, когда будете брать билеты, берите на запад, сектор, начиная с 10, 11, 12. Это вот под крышей вверх, либо на восток. Давай, мне вот идея посетила, давай, чтобы наши болельщики написали под комментариями, какие они еще хотят видеть плюшки в нашем приложении. Мы обязательно рассмотрим их, и если мы это реализуем, то есть какую-нибудь самую крутую идею, то мы что-нибудь от нас подарим. Лучший игрок месяца, Бауржан Исламхан. Ну что, первый тайм, идем за ворота. Вот он, молодой мужчина, как дела? Нормально, сам говорю. Как у вас успехи? Все хорошо. Друзья, если вы заметили, то очень много новостей сейчас всплывает, как Академия Кайрата играет на различных соревнованиях, начиная с Ю. Сколько там? 16. 16, 17, 18, 19. Просто всех разрывают по 11-0, 33-0, 9-0. В чем секрет успеха? Просто выполняем установку тренера и играем. Все, красавчик. Ну что, какое-то жесткое столкновение произошло на поле. Выехала каталка. Игрок Кайсара лежит. Не знаю, понадобится ему увозить его с поля или нет. Сейчас подойдем. Красиво, по-европейски, головой. Марк Гурман получил травму. Не знаю, насколько это серьезно. Сейчас попробуем подойти к карете. Вначале поприкалывались над ней немножко. Даже сейчас неудобно становится. Надеемся, что все хорошо. Вот такая рваная рана. Рваная рана? Вот на него наступил. Вот такой вот краткий комментарий о травме. Снимать не стал, честно, в карете было немножко неудобно. Видно было по глазам Марка, что у него какой-то шов в глазах и просто большая рваная рана на ноге. Желаем Марку скорейшего выздоровления. Поправляйтесь. Говорят, что не совсем такая уж большая рана была, как описывал доктор футбольного клуба Кайсар. Но, тем не менее, какая бы там травма ни была, вновь повторюсь, Марк, желаем вам скорейшего выздоровления и восстановления. Все-таки все за красивый футбол. Азамбек хвату мяча. Ворота бьет.
небольшая подосовочка на матче, но понятно, накал просто мощнейший. Мартин Эппель поговорил с судьей. Че, как думаешь, у вас на играх часто бывает такое? Бывает. Это футбол, да, это нормально, без этого никак. Особенно, когда встречи принципиальные, да? Надеемся на гол. Мартин Эппель. Пару сантиметров, доли секунды не хватило им. Ну что, очередная пауза в игре, уже, наверное, третья, четвертая. Вновь лежат на газоне футболисты. Очень грубая игра сегодня. Надеемся, что больше травм, ну, ни у кого не будет. Мощнейший удар Астанова. Вратарь парирует. Ух! Мощная игра, ребята. Если все исключить, все эти остановки, травмы, посмотрите. Просто аплодируют трибуны тому, той игре, которая сегодня проходит здесь, на Центральном. Здорово. Уже добавленное время к первому тайму. Опасный штрафной у наших ворот. Уф, ждем свистка. Все. Закончился первый тайм. Отдыхаем. 15 минут. Ну а для вас сейчас будет что-то интересное покажем. Рекламный ролик одного из партнеров. Второй тайм. Погнали. Что творит Мартин Эппель? Дубль! Хладнокровно, профессионально, на высшем уровне. Мартин Эппель оформляет дубль. Больчик, просто космос удар. Ну и гол, соответственно, в нижний угол. Ислам Кулов в шоке. Вот она, то самое популярное. И Исламхан, кричат трибуны. Выходит он вместо Конрада. Сергей Полетеевич пробивал. 6500 болельщиков сегодня у нас на стадионе. Аплодируют Дима Микановичу. Скандируют трибуны. Еркебулан Тунушбаев выходит вместо него. Значит, будет еще больше ударов. Ну что, вместо Бекена вышел воспитанник футбольного клуба «Кайрат» Адам Адахаджиев, друзья. Но все больше и больше воспитанников нашей академии появляется в стартовом составе. И команда играет увереннее, красивее, мощнее. А вот Еркош бежит. Пенальти! Отлично дал разрез. Тигран Барсегян забивает. Тоже очень хороший игрок, очень много о нем говорят. Сегодня он вновь доказал, что он один из лучших в составе футбольного клуба «Кайсар». Аян, ну вы делали прогноз 3-0, да. Сейчас счет 5-1. Ну, к сожалению, пропустили мы один гол, но я думаю, ничего, но зато забили 5. Что можете, краткий комментарий по игре? Главное 3 очка, а сколько забили, я думаю, не так важно.
Марта. С победой! С победой! С победой! Сережка, с победой, брат! С победой, красавчик! С победой, брат! Братуха, так я заслужил. Молодой Джек. Молодцы, просто молодцы. Реально, все, горжусь вами, что показали опять коллективный футбол, то, что надо. Только, пожалуйста, ребята, концепт последний 15 минут. Не надо без конца. Не надо ломать все правила, все тактические какие-то установки. До этого просто фантастический. Это команда, это реальная команда, это просто команда. В любой ситуации надо за другого постоять. Браво, просто браво. Завтра, не знаю, едьте в бассейн куда-нибудь, отдыхаем. Мария, что можешь сказать по сегодняшней игре? Вообще красавцы, вообще молодцы. Тфай. Какие эмоции сегодня будут? Эмоции тфай. Без рук и брек тоже без ноль, через рук и брек. Все, будем готовиться. С победой. Че, как думаешь? Победа? Счет давай. Ну давайте, я думаю, мы выиграем тоже широкий берег, но в принципе мы уже забили там 2 гола. Пусть будет 2-0. Мне кажется, обе забьют и P1. Да, обе забьют. Ну, тут легче. Ну, ладно, у меня 2-0 тогда. Я на счет 2-0, ставлю. Да, мы победим, да. 2-1. А кто ближе будет к победе, к ставке, тот? Тот в следующий раз снимает влог. Все, договорились. Брат, что ты думаешь по сегодняшней игре? Скажи, пожалуйста. Кайрат чемпион. Здорово, красавчик. А вы, болельщики? Кайрат очень хорошо сыграл сегодня. А то ему можно фотографировать? Ну, если... Хороший был матч. Я первый раз пришел, казах. Ой, Кайрат разгромил. Кайсара 5-1. Я в радости. Были правы, всегда вдвоем ходили, да, сегодня вы взяли, да? Красавчик, пацаны. С победой, пацаны. Зато со мной лучше, вами тоже. Ну что, друзья, поздравляю всех с победой. Если честно, очень много хотел сегодня снять, но был такой матч, что от поля просто было не оторваться. Так что обязательно ждем всех вас 18 июля в 19:00, потому что вы должны прийти пораньше. Очень много активности и подарков для вас подготовили на центральном стадионе. Матч первого квалификационного раунда Лиги Европы. Ждем. Пока.